Поздравляем вас с открытием 5-го международного IT-форума. Наверное, сегодня никого не надо убеждать, что мы достаточно интенсивно строим информационное общество. 10 лет назад никто не мог себе представить картину, когда по улице идет молодой человек или девушка и, уткнувшись в сотовый телефон, нажимает кнопочку, посылая кому-то сообщение. Да? Сегодня это бытовая зарисовка. А особенно после того, что посмотришь здесь на выставке, понимаешь, как далеко мы продвинулись. И совершенно справедливой была оценка представителя правительства Владимира Владимировича Путина совершенно недавно в отчете Госдумы о том, какой скачок сделал построение электронного правительства. И я, как нижегородец по рождению, горжусь, что сегодня Нижний Новгород стал центром притяжения и демонстрации новых технологий, площадкой, где можно обсудить все этапы построения. Поэтому удачи, хороших идей и успешной работы. Поздравляю. Слово председателю законодательного собрания Нижегородской области Евгению Викторовичу Левину. Добрый день, уважаемые друзья. Разрешите мне от имени законодательного собрания поприветствовать участников форума. Конечно, семимильными шагами происходят изменения в области IT-технологий. И даже экспозиция построена таким образом, что мы на входе видим самые большие в мире микрокалькуляторы, которые производила фирма «Электроника». И те достижения, которые сегодня уже очень, наверное, глубоко внедрились в производственные процессы, в бизнес-процессы. И, конечно, реально сегодня не хватает, и мы с вами должны сделать все, чтобы IT-технологии внедрялись в жизнь общества, в жизнь нашу социальную, делали жизнь наших людей более качественной, потому что сегодня на фоне вот таких высоких достижений мы имеем с вами очереди в больницах. Даже для того, чтобы заплатить за газ и электричество, мы вынуждены выставить огромные очереди. Поэтому я думаю, что этот форум будет, и он носит сегодня тематическое название, и поэтому, мне кажется, он будет таким мощным толчком для того, чтобы эти вопросы решались так же быстро и так же качественно. Я желаю всем успеха и надеюсь, что Нижегородская гостеприимная земля станет местом постоянных наших с вами встреч. Всем удачи, спасибо. Слово помощнику полномочного представителя президента Приволжского федерального федерального округа Михаилу Григорьевичу Котову. Уважаемые друзья, позвольте поздравить вас с открытием такого важного для всего нашего округа мероприятия, как очередной форум информационных технологий, потому что информационные технологии создают возможность, техническую возможность для того, чтобы сделать деятельность органов власти прозрачнее, для того, чтобы можно было гражданскому обществу контролировать в реальном режиме времени деятельность властей. Это реальная технологическая платформа, при которой обеспечивается свобода слова и самовыражения. И это реальная возможность для того, чтобы государство стало ориентированным на народ, на потребителей государственных и муниципальных услуг. Это техническая возможность. И я надеюсь, что сегодня на форуме будет также обсужден вопрос, как эту техническую платформу нам внедрить в жизнь, как сделать ее достоянием нашего народа, как заставить органы государственной власти в полной мере использовать потенциал, который сегодня предоставляет наука, техника и в первую очередь отечественные разработки, которые тоже сегодня будут хорошо представлены на нашей. Я очень прошу представителей прессы оказать нам содействие в разъяснении, какие все-таки у нас есть возможности, как нам их использовать и как нам сделать Россию богатой, свободной страной, в которой хочется жить. Спасибо. Слово заместителю директора макрорегионального филиала ОАО «Ростелеком», директору по управлению проектами Андрею Викторовичу Барину. Добрый день, уважаемые коллеги, добрый день, уважаемые друзья. Прежде всего, хочу сказать спасибо организаторам выставки за то, что «Ростелеком» выбран федеральным партнером выставки. И эта выставка должна послужить еще очередным шагом в дальнейшем продвижении и восстановлении электронного правительства и
глобальных сервисов, предоставляемых, например, Ужском Ростелеком. Мы в этом году переходим от традиционного оператора фиксированной связи и предоставления интернета к оператору глобальному сервис-провайдеру. Наши решения все представлены на этой выставке. Можно с ними ознакомиться, посмотреть, увидеть. И о том, о чем сказали коллеги, что мы готовы идти к тому, чтобы наши люди не стояли в очередях, ни в больницах, ни в области ЖКХ, поэтому всем удачной работы, спасибо. Слово генеральному директору Всероссийского зала Нижегородская ярмарка Валерию Николаевичу Марулину. Добрый день, уважаемые почетные гости, добрый день, уважаемые участники, гости форума. Я хочу вам всем пожелать удачной работы, удачных контрактов, чтобы все ваши задумки здесь реализовались. Всем успехов, спасибо. Уважаемые участники, гости форума, организаторы сделали все для того, чтобы вам было интересно, поэтому благодарим их. И пятый IT-форум 2020